On vähän äänikästä touhua, kun se kahvi pörppästään ja sitten se syljetään vielä puolella. Скажем так, данная операция производит довольно много звука, потому что сначала надо будет, видимо, этот кофе прополоскать во рту, да, и, а потом еще и сплюнуть. Eli aina otan kuppi lusikalla ja laitan suuhun sinkaan, näin? То есть ложка не напрямую в чашечку, а сначала одной ложкой, потом второй. Näin. Ja vähän aikaa pyöritellään ja sitten se syljetään pois. Mutta kun he maistelee, voi myöskin niellä. А каждый раз, когда вот это попробовано, естественно, этот образец сплёвывается, да? Но когда вы будете пробовать, пожалуйста, вы можете проглотить, ничего страшного с вами не произойдет. Най. Вот так.